Ну, первая ночевка прошла вполне спокойно, вполне тихо, беспроблемно. Вот, площадка находится под видеонаблюдением. Это очень важно, когда есть какой-то контроль за стоянкой, потому что в интернете даже останавливаясь на ночевку на заправках, нужно быть предельно внимательным и осторожным. Ну, во-первых, я много времени вчера потратил на то, что перебрасывал на внешний жесткий диск, но объем был маленький. Вот, и все равно он занял порядка 4 часов. Примерно 4 часа у меня ушло на то, чтобы перебросить видео на внешний жесткий диск. Но я же повторю, что были случаи в интернете. Я такие видео наблюдал, когда на автомобиль, который остановился на ночевку на АЗС, были совершены нападения. Просто подъезжал автомобиль чужой, но это обычно 4-5 часов утра, когда самый сон. Подъезжал автомобиль, из него выходили люди, внимательно осматривали ночующие автомобили, затем, осмотревшись и выбрав предмет в автомобиле, резко разбивали стекло и, схватив там сумку с документами или еще что-нибудь такое, резко убегали и уезжали. Через несколько секунд водитель, который ночевал в автомобиле, просыпался в шоке и не мог понять, что происходит, пока осознавал, что произошло. След вот этих грабителей, воров, и пропадал. В общем, исчезали они. Такие случаи были. Я, слава Богу, такому не подвергался нападению. Но, тем не менее, всегда нужно быть настороже, всегда нужно быть во всеоружии готовым. Стараюсь всегда останавливаться там, где взимают деньги за ночевку, то есть за парковку на ночь. Ну, переночевав, заправляю автомобиль до полного бака. Ну, проснулся так, как проснулся,
То есть будильник не заводил, но вот 8 часов примерно местного времени. 8 часов. Ну, то есть обычный режим, обычный график, к которому привык. Но по мере продвижения на восток часовые пояса учитываются, и приходится просыпаться, вернее подниматься, ориентируясь не на московское время, а на реальное. То есть, проснувшись, видишь, что уже светло, можно двигаться. То есть, адаптируясь под местное время. Эти, конечно, часовые пояса, они как-то сказываются. Вот, но стараюсь максимально выспаться, не поднимая себя насильно. Ну вот, заправился, осмотрел автомобиль, подготовил, проверил все эти разъемы, питание, оборудование. Это такой ритуал, обязательно проверяю разъемы, чтобы в дороге... Неужели... отказался от многократного повтора, потому что в первый день, говорю, он меня достал здорово. Радар-детектор постоянно попискивает о том, что дорога под... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Радар-детектор как бы дублирует и предупреждает, что реально идет контроль за дорогой. Да, уже на нервы не действует многократный повтор. Ночь, говорит, прошла спокойно, поздно. Уснул порядка... не знаю, часов, наверное, в час ночи. Но вполне хватило, чтобы восстановить силы, отдохнуть и двигаться дальше. Ну, видно, что вот с левой стороны и с правой стороны по ходу движения на ночь останавливались большие грузы. Конечно, того разгула преступности, который был в 90-е годы, сейчас нет, но тем не менее появляются залетные. Поэтому всегда отдаю предпочтение охраняемым платным стоянкам. Какое-никакое, все-таки ведется там. Какая-никакая, все-таки ведется там охрана. Более-менее спокойно себя уверенно чувствуешь. На окнах накидываю на присосках занавески, такие тряпочки, вот, ну, чтобы и чтобы свет не мешал от фонарей, и чтобы от любопытных глаз немножко прикрыть. Субтитры сделал DimaTorzok.
двигаюсь в сторону Нижнего Новгорода. Рассчитывал перед стартом. Рассчитывал, что проеду Нижний и остановлюсь на привал за городом. Но реалии оказались совсем другие. Ну, говорю, это первый день. Был. Это вторая серия. Вернее, первая серия второго дня. Но она это будет по счету пятая. О, Господи, совсем. В общем, пятая серия маршрута Москва. Кемерово, пятая серия. Ну, обычно на третий день наступает второе дыхание у меня, у всех по-разному. Вот, третий день, и дальше уже можно... И уже ощущение, самочувствие совсем другое. Гораздо комфортнее, гораздо бодрее. Первоначально думал объехать Нижний по объездной дороге, но она мне не очень нравится, потому что там железнодорожный переезд, и обычно скапливается огромная толпа, огромная очередь, несколько километров. Поэтому решил проехать через Нижний, заодно посмотреть мост, который был построен. Но к сожалению, к сожалению, посмотреть мост не удалось, потому что нужно было выбирать направление на Пермь. Ну а я настроил навигатор на Уфу. И поэтому она меня потащила по маршруту через старый мост. К сожалению, снять новый мост не получилось. Вот молчат все, и навигатор, и видеорегистратор, но радар-детектор предупреждает, что идет излучение. Пытался рассмотреть, где находится этот приборчик, не получилось. Но контроль за дорогой, будьте уверены, ведется постоянно. Это что-то я там протрындел, Маш. Интенсивность движения слабенькая, но видно все. Автомобили, большие грузы в основном припаркованы прямо на трассе, на стоянках. Огромное количество автомобилей. На платных стоянках в основном не дают эти чеки. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Ну, по-моему, наблюдается колейность какая-то, ну, не знаю. Полотно дороги влажное, и вот сухая часть, от вызывает ощущение, что это колейность.
Ну, нагрузка огромная идет, нагрузка огромная. Да, и при том большая часть автомобилей идет с перегрузом. Впереди камера. Ограничение 60. У меня на панели приборов показывает скорость 83, ограничение 60, поэтому это лазер. Поэтому срабатывает сирена. Ну вот паузы увеличиваются. Значит, проехали. Вот правильно сделали, они переводят тех, кто заинтересовался информацией, на другие каналы, чтобы не захламлять, не занимать 15-й канал, потому что на 15-м канале идет в основном общение водителей. Ночью дождя не было, просто пасмурная погода, и все. Кстати, хорошо, что погода Это что-то я там болтаю. Так, если погода была бы ясная, то сейчас солнце слепило бы в глаза. Это не очень комфортно. Хорошие подсказки. Камера в спину. Ограничение 60. Ну что, комментировать без слов. Все ясно, понятно. Это что-то я там в салоне автомобиля говорю. Вот радар-детектор Белтроникс. Белка, я его называю. Очень хорошая машина. Она реагирует на все излучения. Вот очень чувствительный прибор. И при стандартной мощности излучения радар-детектор может улавливать сигналы до 5 километров от источника. Очень высокая чувствительность. До 5 километров это отражение от зданий, город, деревьев. То есть услышав сигнал радар-детектора, надо быть готовым к тому, что вот на расстоянии примерно до 3-5 километров какие-то есть источники излучения. Кстати, проезжая через Нижний Новгород, я не знаю, в какой серии это будет, но был неприятный момент, когда водитель автобуса... Когда водитель автобуса со второстепенной дороги выехал нагло, нахально. Ну, этот момент... хорошо будет прокомментировано мной в оригинальном видео.
ублюдок там один. Но на видео это будет видно хорошо. Выезжая со второстепенной дороги, перегородил практически две полосы. И была бы скорость побольше, но до беды там недалеко. По-моему, в этой серии будет. Напомню, что это 5-я серия. Москва, Кемерово. Движение в сторону Нижнего. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Интенсивность движения возрастает, что в Нижний, что из Нижнего. Ну, постепенно интенсивность будет увеличиваться, потому что большие грузы, которые стоят на ночевке, на привале, тоже начнут движение. Ну, вся грузовая, большегрузная техника, она пойдет в объезд Нижнего. Ну, а я вот поеду через Нижний. Ну вот много заправок Лукойл, но на Лукойле всегда самое дорогое топливо. На 10, на 15, на 20 копеек за литр, но обязательно выше, чем у других, ну, брендовых, чем на других брендовых заправках. Будь то ТМК, Газпромнефть, Татнефть, Башнефть. И прочее. У Лукойла. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. У Лукойла цены всегда выше, независимо от района. Ну вот вы, наверное, уже видели этот фрагмент, когда автобус выехал на перекресток на красный свет, перекрыв практически обе полосы движения. Хотя я двигался по левой полосе, тем не менее он перекрыл и ту полосу, по которой двигался я. Во-первых, я ехал на зеленой, он выезжал на красной. Хотя перекресток под видеонаблюдением проезда на красный свет, как предупредил видеорегистратор. Ну что вот можно сказать про это? Ну, здесь вина водителя автобуса 100% однозначно, даже не обсуждается. Но и вина тех, кто организовывает эти маршруты, они не учитывают, что длинный автобус при повороте занимает две полосы. Это они не учитывают. То есть уже как бы в самом маршруте заложена предпосылка к ДТП. Так. Ну вот я постепенно двигаюсь по Нижнему. С
слегка заезжаю в Нижний Новгород. Ну, вот кратковременные остановки, они вызваны тем, что какие-то возникают проблемы с навигатором, с оборудованием. Этот разъем питания, он в конце концов придет к тому, что навигатор X-Way, ну, я буду вынужден его отключить, убрать, потому что подзарядки аккумулятора не было, он полностью разрядился. Я ехал уже по другой навигационной системе. Постоянно пищит радар-детектор. То есть дорога под контролем. Ну вот это вот плотное движение. Вот решил рискнуть и посмотреть новый мост. Но вот такое вот плотное движение, конечно, оно не очень приятно. Но по объездной дороге было бы не лучше, если не хуже. Какое-то время потерял в Нижнем вот на то, что движение очень плотное. На светофорах стоят. Да и другие причины. В основном, не знаю, сдерживаю движение или нет, светофоры. Ехать всем нужно. Утро. Час пик. Почти 9 часов утра. Люди едут на работу. Но проехав, скажем так, центр города, там-то движение попроще, посвободнее. Разметки никакой, но по всей вероятности дорогу недавно отремонтировали. И разметку нанести еще не успели. Конечно, пробки не такие, как в Москве. Пробки не такие, как в Москве, но все равно
Но все равно затруднение толкания есть. Толкучка, стоп-старт. Но здесь хорошо, что хоть на светофорах пока стоим. Но впереди, за Нижним, ждет 15-километровая пробка. Ну, это шум, это несущая частота. Самой модуляции не слышно, самого голоса. Но то, что включена радиостанция какого-то автомобиля, об этом свидетельствует такой шум. Ну, радиус приема сигнала примерно 50. Ну, на трассе, как вы понимаете, как слышите, много сервисных служб, которые и с навигацией помогут, и с радиостанциями. Нужно было, конечно, мне заехать, отремонтировать X-Play, ну, это навигатор. Впереди мобильный пост ОПС. Ограничение 60. Ну, какое-то время, конечно, было потеряно в Нижнем из-за плотного движения. Так, посмотрю, есть сообщения, какие нет на канале. Так, сообщений пока от вас никаких нет. Ну, это понятно. Сегодня воскресенье. Думаю, что многие просматривают видео на работе. Движение достаточно плотное, что в центр, что из центра города. Ну, это так называемый час пик. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60.
Это Нижний Новгород. Не центр. Но Нижний Новгород город сам. Ну вот такие подсказки очень полезные. Если бы они были во всех автомобилях, то, думаю, было бы гораздо безопаснее на дорогах. Дорожное полотно влажное, погода пасмурная, но вполне комфортное движение. Не в плане таких толкучек на светофоре. Ну вот потихоньку пытаются подсказать Большегрузу, как проехать по адресу конкретному. У меня такое впечатление создается, что вот многие из них едут по карте, не по навигатору, а по карте. Движение вроде бы налаживается, как мне показалось. Но это ощущение оказалось ложным. Это мой главнокомандующий ломится в комнату. Чё тебе? Вот ты попадешь в историю навсегда. Иди посмотри, как машинка едет.
Так, головком ушел. Ну вот, вроде бы, покидаем потихоньку Нижний Новгород. Вот эти остановки, я говорю, они вызваны вот этим навигатором. Помучился я, конечно, с ним. Да не только навигатор подвел меня в эту поездку. Нетбук, при помощи которого я перебрасывал видео на внешний жесткий диск. Разъем питания тоже приказал долго жить. Я уже настроился на то, что заключительного дня поездки в поезде видео уже не будет, так как карты памяти были заполнены до отказа, до предела. А возможность перебросить без внешнего питания на нетбук возможности не было. И просто уже отчаявшись, был вынужден разрезать этот штекер и увидел, что плюсовой провод просто банально оторвался. Вот так скрутил еле-еле на соплях. И просто удивительно, что вот этот небольшой ремонт позволил сохранить, скажем так, освободить карты памяти на видеорегистраторе. В общем, эта поездка показала все слабые места. Не все, но в основном они постоянно возникают. Еще ни одной поездки не было, чтобы какие-то проблемы не возникали с оборудованием. Ни одной поездки не было. Постоянно что-то да выходит из строя. Впереди камера. Ограничение 90. Ну, движение комфортное более-менее, но недолго музыка играла. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Ну, полотно дороги вполне приличное, не широкая проезжая часть, но имеется в виду по одной полосе в каждую сторону. Интенсивность движения резко упала за городом. Thank you.
Небо вроде бы проясняется, непонятно, будет дождь или нет. Вот эти вот знаки перед круговым движением нужно упразднять, нужно убирать, они вводят в заблуждение. Есть правило, помеха справа, вот им и нужно пользоваться на круговом движении. Потому что всегда возникает сомнение, чье преимущество на кольце. Может, не заметил знак, может, знак там не так стоит, не видно его, но его нужно убирать. Это мое убеждение. Промзона заявляет о себе вот этими трубами, дымом, паром. Вот берем курс на Чебоксары. Хорошее дорожное полотно, разметка горизонтальная, обочина грунтовая. Ну, более-менее в удовлетворительном состоянии обочина в целом. Эфир 15 канала не очень активный. Навигатор выполняет свои функции. Видеорегистратор молчит. Пока наслаждаемся спокойной, умеренной ездой, умеренным, спокойным движением. Впереди мобильный пост ОПС. Ограничение 90. Пейзаж, конечно, не такой, как на перевале Уральские горы. Впереди мобильный пост ОПС контроль разметки. Ограничение 90. Но, на мой взгляд, достаточно привлекательный.
попеременно дорога то идет на подъем, то на спуск. На спуск так открывается перспектива. Вот так вот о перегонщиках отзываются. Ну, это идет прелюдия к обстановке, которая впереди. Я говорю, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Вот идет сплошной встречный поток. Это говорит о том, что они были какой-то определенный промежуток времени сконцентрированы. Но мы пока двигаемся. Ну вот, скорость. Вот раздражает поведение водителей маленьких автомобилей, да, любого автомобиля, который пытается в объезд общей очереди, общей толпы, что ли, объехать по обочине или по встречке. Вот эта пробка, которую сейчас врюхались, она растянулась и за мной там хвост огромный, и впереди огромная толпа. Мало того, что вот это стояние, вынужденная толкучка раздражает, но еще вот это движение водителей по встречке или по обочине, это тоже вызывает раздражение, и поэтому вот такая реакция больших грузов. Вот они, объезжая по встречке или по обочине, где-то там в стороне, они же потом втискиваются. Они втискиваются в общую очередь. Ну вот это Ha, ha, ha.
Надо выбирать перегонщиков. О, как будто это самое. Это же я говорю в салоне. Ну вот примерно минут 40, может быть час, был потерян вот из-за такого движения. Практически стояли на месте. Говорю, что огромный хвост сзади меня столпился. Это значит, что там произошло? Я выходил, смотрел большой груз, чтобы по обочине не обгоняли вот маленькие машины. Они просто перекрывают своим автомобилем часть обочины и как бы молодец, дружище, прикрыл ты его. А, ну вот, я как раз выходил, посмотрел. Ну, полную версию, вот... на маленькой машинке. Если коллеги занят ремонт, блядь. Фуру взял и перекрыл. Куда деньги из подбойки надо поднять, блядь? Они разъездные, пусть не строят нахуй, а получают деньги как будто... Ну, в общем, примерно вот такой диалог, но полную версию вы можно будет потом посмотреть, послушать... В полном видео. Вот. Веселого, конечно, там мало. Вот. Но там такие баталии иногда начинаются вот на 15 канале. Все сферы нашей жизни затрагивают. И политику, и экономику, и быт, и все. Ну вот автомобилисты, я смотрю в зеркало заднего вида, выходят из автомобиля. Вот пошла встречка. Они стояли на светофоре, ждали. Пошло их время, мы стоим. Ремонт дороги, и вот за Нижним Новгородом скопилась пробка, это 15 километров. Впереди меня, бог знает сколько, и там хвост, я в заднюю сторону смотрел, зеркало заднего вида, вообще за горизонт уходило. Вот ваш покорный слуга ждет.
Многие водители вышли из автомобиля. Кто фары протирает, кто лобовое стекло, кто просто курит. Вот такой сюрприз приготовил Нижний Новгород. В общем, организация движения отвратительная. Кстати, потом встречка, если не ошибаюсь, тоже показала, на сколько километров она растянулась от светофора. Все еще стоим. Как это в кинофильме? Как же называется этот кинофильм? Ликвидация, когда один из героев говорит: чего стоим, или на похороны не спешат. Кстати, если дальнобойщики, большие грузы, будут это видео просматривать, ну, полное видео, я имею в виду, без сокращения, без ускорения, то, возможно, кто-то услышит или увидит себя.
Вот сколько стоим уже? Больше получаса. Кстати, видеорегистратор настроен. В таком режиме, что через 7 минут после остановки, если нет движения, то он переходит в режим парковки и снимается скоростью. Ну, там можно настраивать 1, 3, 5 кадров. Один кадр в 3, в 1, 3, 5 секунд. То есть и даже больше. В целях экономии памяти, ну и так далее. Но в этом случае я вроде бы отключил режим парковки. Вот пришла наша очередь двигаться. Пришла наша очередь двигаться. Видим, какая пробка растянулась на встречке от этого места. Вот посмотрите. Ведь пропустили не всю колонну. Сейчас двигаемся на зависть тем, кто стоит и ждет своей очереди. И вот все эти ребята ждут, когда для них начнется движение. Вот в таких ситуациях начинается диалог, общение дальнобойщиков. Вспоминают все, затрагивают все темы. Все мнят себя единственными, кто знает выход из каждой конкретной ситуации. Ну вот прежде чем заниматься ремонтом дороги, ну, наверное, нужно было подумать о техническом объезде, чтобы вот люди там, сотни, может быть, тысячи машин вот так вот не стояли бы и не ждали своей очереди. Какие же это несет, какие несут потери, убытки от такого стояния? Да, придется ставить перед видео предупреждение 18+.
Ну вот, вы могли сами убедиться, какая растянулась пробка, на сколько километров. Учитывая то, что какая-то часть автомобилей уже прошла, ну, значит, не все успели. И вот новые потоки. Очень быстро пробка вырастает там до 15 километров, до 10, до 15 километров. Впереди мобильный пост ППС контроля разметки. Ограничение 90. Впереди город. Ограничение 60. Ну, слов из песни не выкинешь. Слово с песни не выкинешь. Это фрагмент реального разговора, оригинального разговора, аудиозаписи на видеорегистратор Datacam 6 Max. Вот замечательные подсказки. В ясную хорошую погоду видно знаки, видно вот все, вот все предупреждения. А в темное время ну, не всегда знаки видно. А вот такая бы аудиоподсказка была бы очень даже кстати. Потому что многие водители нарушают не от того, что они там злостные там гонщики или злостные нарушители, а от того, что просто элементарно не видят этих знаков. Ну, не знаю, без разметки, конечно, трудно ориентироваться, смотреть только на знаки. Неплохая панорама. На мой взгляд, просматривается даль. Дорого стоит видеорегистратор Datacam 6 Max, но он того, на мой взгляд, стоит. Но там еще будут моменты на трассе, которые бы мне самому хотелось посмотреть на видео, эту перспективу дали, насколько далеко он будет снимать панораму. Там даже будут места, где сопки, горы и деревья, верхушки деревьев закрыты облаками. Очень красивая картинка такая. Но не знаю. Сам пока еще не видел. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Очень ограничение приятно. 90. Заканчивается обрабатываться четвертая серия. Она не длинная, она коротенькая. Вот, ну а я заканчиваю комментарий к пятой серии.
А я заканчиваю комментарий к пятой серии.